Киноиндустрии Казахстана нужен новый импульс. Снятые в последние годы исторические фильмы имеют много оснований для критики, заявил глава государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, владельцы кинотеатров сейчас взимают за прокат отечественных фильмов внушительную сумму, и большая часть этих средств от продажи билетов уходит частным компаниям. А кинопроизводители получают лишь незначительную долю прибыли, и в результате сильно страдает качество фильмов. Президент добавил, киноиндустрию нужно рассматривать как отдельный сектор экономики. Особенно важно наладить конструктивное сотрудничество между кинопроизводителями и кинопрокатчиками, которое бы учитывало интересы обеих сторон. Только в таком случае у нас появится достойное кино о новых героях, знаковых исторических фигурах, важных для нашей страны событиях, которое будет снимать не только Казахфильм, но и частные студии. Тогда наше подрастающее поколение будет воспитываться не на зарубежных кинообразах, а на собственных героях, мастерски воплощенных на экране. Касым-Жомарт Токаев также отметил, в идеологической работе одним из главных направлений является книгоиздание. Однако на казахстанском рынке доминирует зарубежная продукция. По словам главы государства, почти 90% художественной литературы поступает из-за границы. Президент добавил, важно выпускать больше книг, соответствующих нашим национальным интересам.